Всем привет, друзья! Сегодня второй выпуск проекта, который мы организовали совместно с Жусан. Я СДшник. У нас осталось всего лишь 20 участников. Давайте с ними познакомимся. С каждым днем понимаем, что будет только тяжелее, ведь нам придется каждый день прощаться с маленькими детишками. Участников с каждым выпуском все меньше и меньше, так же как денег у Дидара Садыкбека. А менторы все те же: Сайландро, Дима, Дидар Садыкбек, Адлет, Айбол и, конечно же, ваш любимый Тима Левша. Поехали! Так, ребят, по сегодняшнему дню первое — это озвучиваем свои никнеймы и объясняем, почему именно этот никнейм вы выбрали. Сегодня также играем в футбол вашими менторами, то есть в команде будет Айбол Абикен и я. Особенность сегодняшнего футбола в том, что выигравшая команда получает себе бонус в виде... Сегодня у нас участников 19 человек. Кто побеждает, с этой команды уходит один человек. А из той команды, кто проигрывает, уходит два человека. Так что всем удачи! Меня зовут Асет, никнеймом Пати. Осатты әжем ойған. Мені көңілді жүрсін деп. Меня зовут Ануар, мой никнейм Анчик, так как в детстве меня тренер по вратарям назвал именно так. Помнится моего тренера. Анчик. Меня зовут Асылбек, мой ник Т-90. Т-90 – это самый непробиваемый танк, как и я на воротах. Мое имя Дархан, поэтому я имею два ника. Это либо как Дохом не висят так плохо, либо как Хан воевал на поле, как Аблайхан. Чуть покороче, чтобы на поле удобно было, он же не будет вертеть. Хан воевал, как Аблайхан, дай мне нет. Меня зовут Азбек Фадль, меня зовут Соник, это да, хиткен мен, тежи грэм. Менің атым Ертіс, менің никнейм Эко. Эко грек тілінен аударғанда ол көзі көрінбейтін нападающий. Мне кажется, некоторые меня знают, но меня зовут Ален. Ну, пацаны меня называют Джокером. Ну. Ничего, ничего. Давайте все поддержим Алена. Хорош, хорош. Меня зовут Меджитов Алим. Я родился в Казахстане, но мой никнейм Алимбаев. Почему? Узнаем вот там. Есть что-то задумал. Нам нужны загадочные. Меня зовут Мадиар, и я решил назвать свой никнейм в честь игрока Эвертона Мэдисона. Мэдисон? Меня зовут Радиль, мой никнейм Эрвин, потому что я один из бурундуков. Я Алан, и мой никнейм Айкон, потому что с английского это икона. Hello everyone, ассаламу алейкум диктер. Меня зовут Даниар, и мой никнейм Данчо. Неге Данчо, өйткені мен ең бірінші YouTube каналым Данчо деп аталған. YouTube канал есть? Меня зовут Рустам, а мой никнейм Ростикс, потому что я очень люблю KFC, а KFC раньше назывался Ростикс, и поэтому так. Меня зовут Нурсултан, мой никнейм Абишевич, потому что я много обещаю, но ничего не делаю. Ты сам придумал ее? Хорош, хорош. Всем привет, друзья. Меня зовут Едаль, мой никнейм Эдик, потому что я такой же энергичный, как энергетик. Ассаламу алейкум, бәріне. Меня зовут Адлет. Мой никнейм Адик, потому что все меня называют Адик. Всем салам алейкум. Меня зовут Дастан. Меня Дастик Фантастик, тебе еркелетед. Можно просто Дастик. Бәріне, ассаламу алейкум. Меня зовут Хазбек. Меня никнейм Хазы, өйткені Хазы деген футболда оңай аталады. My name is Уфуф, нец, осас. Де, шучу. Вчера, да, на животе, да, было? Сегодня на спине, чё там? Хватит, да, надеюсь? Кто у вас? Кто понравился тебе? Вот именно по никнейму. Абишевич. Брат, а нам этот сверху потом там не позвонит? Ничего там с вами не будет потом? Нет, не будет. Почему? Это же не Абишевич. Это Абишевич. А, все. Два раза другая. Конечно же, мне понравился Нурсултан, который, ну, очень креативно подошел к своему никнейму. Но я считаю, что это было даже чуть-чуть жестоко. Т-90 очень, ну, креативно подошел. Не знаю, почему-то мне понравился Ростикс. Абишевич и Амбал. Почему я говорю в контексте Т-90 было? Потому что до него кто представлялся, очевидно, типа Сайландро, Сайладинца. Ну, где креатив, да? А как вообще можно такой никнейм придумать? Вот. То же самое у ребят было там, условно, Тима, Тимрламбус, Тима, вау, как креативно. А здесь Т-90, ну уже как-то прикольно.
Второй этап состоял из футбола. Получается, команда Айбола против команды Дидара. Но тут в чем подвох? Команда, которая победит, оттуда вылетает только один человек. А команда, которая проиграет, оттуда вылетает два человека. Ребята, сейчас очень важно показать свои футбольные качества своим менторам, то есть мне и Айбола Бикену. Мы хотим почувствовать вас в поле. Тут просто был слепой жребий, мы с Айболом выбирали, кому кто попадется. Бэха или Мерс? Давай я выберу Мерс. Ай! Биба или Боба? Биба. Роналду или Левандовский? Роналду. Что-то не похож на Роналду. Амкал или Тудроц? Амкал, кажется. Алматы или Астана? Да по-любому у нас Алматы же. Так что у нас Астана, блин. Пошли. Тикток или Инстаграм? Инстаграм. Бутсы или Сараконож? По-любому Бутсы. Джаник или Бага? Бага мне надоел, конечно, но он мой сынок, так что Бага. Хороший вратарь или плохой? Ты 100% плохой, так что я беру хорошего вратаря. В принципе, на ваш креатив посмотрели, посмотрим, как вы в поле. Опять же, ничего доказывать, ломать не надо. Покажите просто, что вы умеете реально на поле, окей? Все, гоу! Смотри, сейчас тогда Дима последним будет играть. Рядом с ним давай ты справа. Нет, давай тебя поставим слева. Я в центре буду играть с Нурсом. Впереди ты, Арчи. Да, справа, слева. В принципе, распредели, да. Я говорю, они, вы говорите, мешки. Они! Мешки! Нет, я справа. Все, нападающий. Сможешь? Да. Динверик, не хотите, чтобы едет рядом без деньги? Тут другой. Больше шансов будет. Должны победить и красивую игру показать. Ты говоришь мы говорим семья. Мы! Семья! Біздің команда бір уақыт кетеді. Гол саған берді. Давай, давай. Примерно бүгінгі командадан қанша адам кетеді? Бір адам кетеді ма сендерден? Поражение керек емес бізге. Бізге победа и алға. Вчера ты доказал, что кукшетауский футбол еще на уровне. Сегодня тоже надо доказать. Да, вон, смотрите, мой ультра сидят мои. Тигры мои, вот они, кукшетауские тигры. Я ими горжусь. Твои предположения по сегодняшнему матчу? Мне кажется, сегодня уже будет нормально. Бага, Бага, ты правого латерали играешь. Ну я левша, а чего вы меня справа поставили? Здорово. Ты видел, какую передачу он? Какой момент пропустил, а? Ну, Соник хороший, да? Хорош! Гол! Хорош, Бага! Как с такого не добивать? Бага, это тебе не на воротах стоять. Ты видел, как я сыграл? Да, не, а до этого 10 раз потерял. Ни разу не потерял трэш, что ли? Одни отборы, перехваты. Чуть-чуть. Сейчас сделаем. Здорово, какой чип! Да, Дида с мячом. Отличная передача. Да, вот это хороший какой. Блин. Че, как не забил? Я думал, Айбола Бикен сейчас меня сломает. Забоялся его? Ну, не прям сильно. Я уже думал бить, а потом мяч попрыгнул немножко, и я ударил неправильно. Чуть подавайся. Как Айболу поддаваться? Пас периметр, ма? Я пас периметр. Ага. Мы с Нурсом поменяемся, он не сможет, да, наверное, в центре. Не надо пока что. Самое главное сейчас, ребят, нужно забить. Вы хотите, чтобы из нашей команды двое ушли? Вы только что, гол забивается. Кто только что ногу подставил? Вот в ворота мяч заходил. А, Нур, зачем? Это же вне игры. Я знаю, она мимо. Как она мимо летела? На ворота заходила. Активно. Давайте каждый за каждого выигрывать вам надо. Давай. Тебе вообще-то тоже выигрывать надо. 15 минут осталось. Да. Потом решится уже, кто уйдет, кто не уйдет. Давай, на 100%, на 200% надо выложиться. Да. Дима с мячом, что придумает? И! Гол! Кок Чикаго! Кому посвящаешь, кому? Пойдем. Вот сюда, стигни. Сердечко покажи, сердечко. Ой, хорош! Алин, ну ты чё? Центральный защитник вообще неудобно, я здесь нифига не знаю. А у тебя какая позиция? Центральный полузащитник, разгонять атаку. Сейчас мяча вообще нет. Ек момент. Он секунд-то. Угрих тип. Именно когда мы снимаем, вот такая фигня происходит. Походу хейтеры это делают. Хорош! Ё-моё, вот это пас! Да что за пас был? Пенсия, что машинка? За пас? Иншаллах, будем вместе играть. Ага. Ай-яй-яй.
Серхио Рамос, Серхио Копус поставил красиво, хорош. Не дал пройти. Дида, ну что, как тебе, пацаны? Играющие? Можно играть? Да, конечно, конечно, хорошие ребята. Ну, есть 2-3 человека, в ком я сомневаюсь. Посмотрим в конце, кто отлетит. Вот, все, мне конец. Ну, не забил. Да. Как думаешь, игру хорошую показал? Ну, хорошо открывался, но удары были не те. Ага. Гол сперва, забил. Да, гол забил. Сперва еще играл в защите, а мне понравилось. Поменялся, забил гол. Гол самого Майгалда, что-то. Как думаешь, пройдешь дальше, нет? Думаю, нет. 10% верю. 50 на 50. 50 на 50? Ты же гол забил. Ну, я не знаю, как понравится мне. Ну, надеюсь сейчас. Ну, пить не всех, может. Серьезно? Да. Что-то от дидарного взгляда, мангара тоже понятно. Думаю, 98% имею. Пройдешь, да? Есть, конечно, прям очень хорошие ребята. И вот, короче, вчера были одни фавориты, сегодня другие фавориты. Вот так мы это все. SD Family и Жусан запустили совместный проект «Я СДшник» по развитию детско-юношеского спорта Казахстана. Мы дарим детям шанс заявить о своей любви к спорту и проявить себя в деле. И мы верим, что благодаря нам в Казахстане появятся новые звезды футбола. Ребята, очень было важно сегодня победить для того, чтобы в другой команде ушли больше, чем у нас в команде. Я это предупредил, но, к сожалению, мы проиграли. И мне пришлось убирать двоих футболистов, а Айболу, конечно же, было намного легче, чем мне. Ему нужно было убрать очевидного одного слабого футболиста. Абай, вот он. Че там, балдым, кеше девятки гол салдым, ат перекладым, че-то бүгін салмай алдым ба? Момент болған жоқ, бас келген жоқ, мен жақтай. Так как народу еще очень много, мы не будем здесь таить интригу, да, сразу назовем тех, кто уходит. В моей команде точно уходит это Ярадиль. Большое спасибо тебе за то, что ты приехал на наш проект. Да. Почему мой выбор пал на Ярадиля? Человек физически не готов, и в игровом плане он очень много теряется. Хотя он сам сказал, что он защитник. Я сам почувствовал каждого нашего футболиста в команде, и я считаю, что самым слабым звеном именно в нашей команде был Ярадиль. Таймер, ты сегодня, если честно сказать, никак не удивил. Играешь позиционно очень плохо, я понимаю, что ты молодой, но я хочу еще тебя видеть в проекте. Самым сильным, конечно же, нашим футболистом, я считаю, что по мышлению это Нурсултан. Возможно, кто-то скажет, что это мой любимчик, но нет, но именно сегодня он себя показал во всей красе. Мне очень было важно проверить наших вратарей. Я считаю, что они, в принципе, по игровому плану одинаковые, и именно поэтому я хотел, чтобы в моей команде остался один вратарь. Два человека, которые будут между собой бороться за право остаться в команде, это два вратаря. Так что мы вас сейчас проверим. Команду Айбола Бекена он сам назовет. Калиев Алан. Это решение с баги приняли так. Ренжімедім. Нет, қазақша айта бер. Не, я не могу так. Әрең таңдадым негізі шыны керек. Набылар ренжі қалады, набылар ренжі қалады деп онша ешкім таңдаған келмейді. Енді бірақ Алиф Алан бүгін өзін дұрыс жағынан көрсете алмаған шығар. Сол үшін сол бүгін шешім алаңға түсті. Алан, сен көріп отырсаң ренжіме. Вратарь, вы хотите, чтобы я вам бил, или же давайте сделаем так, чтобы вам бил Сайла. Окей? Сайла, давай, Сайла. Сайла, ничего страшного, давай. Да, в кроссовках. Давайте, ребята. Между собой вы определите те, кто остается в проекте, окей? Чтобы явно мог усилить нашу команду в перспективе, да? Мне кажется, где-то 7-8 игроков есть. В медийном плане тоже пока 7-8 человек. Их объединить. Вот внутри, короче, 3-4 человека, кто и медийно, и футбольно очень неплохо развиты. Ну, можно развиваться еще. Пойдем. Что-то скажу по секрету. Вот мы как с Айлой уже как давно играем. Ну, это уже ваше решение, но я вам так подсказываю, он будет бить от вас в левую угол. В левую угол. Ну, часто он туда бьет. А так вообще свое мнение держите, на свое мнение. А, да, я в кроссовках. Я еще в кроссовках, я не знал, что буду играть. Переживаешь, честно. Ага, переживаешь. Конечно, давай, все. Уверенно, давай. Ага. Уверенно, трубца давай. Сейчас теперь на силу, типа. Так, третий удар. Қиын болды ма? Я барлық удар центра. Айызло. Мен білдім, мен секірмедім. Алан, дүй деп етін. Попытаюсь первый сразу сильно ударить, а потом так же посередине. Будет ли он гадать или до того стоять. Ой-ой-ой. Была цель такая. Сначала поиграться с ними, вот, с одним поиграться,
как они прыгают по-вратарски, не по-вратарски, просто так прыгают или по мячу прыгают. Посмотрите на их реакции. Где-то посильнее не в угол, где-то в угол, но на точности. Хорош, это что за сейф? Что-то нечестно, да? Очень плохо. Да-да-да, я сейчас середину. Давай, до промаха теперь. Все, давай, пацаны, теперь прыгать нужно будет. И теперь без поблажек. Все, сейчас тащишь. Тащишь, все, проходишь дальше. Все, он сейчас отбивает, ты отлетаешь. Да! Руки, руки, немного пожестче руки. Ими в глаза тебе тоже панжахма. А, доп, халай, шо ты он секретом? Они по ничего прыгают, прыгать. Что-то слишком долго затянулось это дело. Нет, на линии не стоял здесь. Тут нету такого, что прям. На деле трогал. Давай, да, кто хитрее, тот и проходит. Стараюсь, типа, с одной силой бить. Ну, чтобы было справедливее как. По идее, да, это психологически сложнее. Типа, все настигает, настигает даже. Для ребят, я думаю, тоже психологический какой-то вот урок был тоже для них. У нас уже есть вратарь, который пропускает постоянно, не прыгает. Нам нужен, который прыгает. Прыгает, да. Для меня они одинаковые прям. Прям вот один в один по уровню они одинаковые. Но одному вратарю просто повезло побольше, наверное. Да, пацаны, я же не в угол даже, не попадаю в угол. Ё-моё. Заслуженно же, да? Все. Никаких обид. Честно, это справедливо. Yeah, yeah. Вы одинаковые вратари, серьезно, по игре. Хорош. Хотовался. В проекте осталось 15 человек. Сегодня с вами был я, Адлет Рустемов. Для своих можно просто Адик. Ну вот и все, ребят, закончился второй выпуск. Нет слов, одни эмоции. От вас лишь требуется подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо большое.